Всем привет! У нас у моих маленьких перемены в личной жизни. В общем, мы на один месяц идем в другой садик. На время отпускных и ремонтных. Так, неправильно говорю. На время ремонтных работ и отпусков сотрудников. В общем, наш садик будет закрыт на июль. Мы идем в другой садик. Мам, Андрюша в тот же садик пойдет. Ну, понятно. Мы пока никого не видим. А? А я не знаю. А вы придете, увидите. Куда там? А, не знаю чего. Я никого не вижу. Думаешь, нет никого? Такой участок интересный тут. Интересно? Да. Ой, качели. Ой, вот таких построек мы уже давно не видели. А вот эти построек. Ух ты. Ой, мам, смотри, котенок. Обалдеть. Тихо, не трогаем. Котеночек. Это семья. Котеночек. Маленький совсем котенок. Кошка его в детский садик привела. Так, не подходим. Не трогаем котеночка. Он нет, нет. Нет, он слепой, его нельзя трогать. Он, наверное, болеет. Да, он маленький совсем. Ладно, все, пойдем.